Яшенька, я тебя поздравляю. Поздравляю, поздравляю. Я так и думал. А вот так рычкой. Алло, алло. Мне сказали, позвонили, что сегодня у нас именинница. Сколько же ей лет? Да ладно, ей 5 лет не может быть. Ей 4. Начинается с улыбки. От улыбки солнечный гость. Перестанет плакать самый грустный дождик. Добрый лес запеликает на скрипке. С голубого лучика начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Давай снижать. Вот лучика. Ну я за ручку. Ну а дружба начинается с улыбки. Саша, тебе гость. Это тебе подарочек. Что нужно сказать? А еще на. Ты. Сколько всего? А что надо сказать? Спасибо только. Давай, я помогу, я помогу. Надо еще поцеловаться. Ой, какая красота. Спасибо. Спасибо, обниму тебя. Поднимайся. Полетели. Чей сегодня день? У кого нет колпачка? У кого? Сегодня. У нее же имя есть. Как мы ее сейчас назовем? Анна? Ничего себе. Надо, это надо. Откуда? У кого? Покажи, покажи. Какие сапожки. Мамочка моя. Мамочка моя. Какая красотища. У нас есть торт. А еще у нас это есть... все сладости. А еще у нас есть дискотека. Может? Любимая Стешина песня. Все берутся за руки. Да, не ее любимая песня. У нее моя. Другая. У тебя другая любимая песня. Нет, это моя. А что у нас тут? Ух ты! Ух что ты! Это? Наталья! Здрасте! Деда Вова! Она перепутала букву. Сколько подарков? Обалдеть! Это у тебя дедушка. Это же велосипед. Привет. Что это за зебру нам принесли? Смотрите, какая у меня большая конфета. Красотища! И можно упасть. Ну те же педали. Да, вот, хорошо. Маленький подарок. Для рождения. Да не, ну просто. Да, маленький подарок. Для рождения. Для рождения. Нет, ее нельзя. Ее нужно вот так достать. Достать. А остальное можно кушать. Смотри. Да, ее можно достать вот, полностью. Вот, открывай. А дальше ты уже знаешь, да? Вот так. Вот. И угощайся. Какая красотища. Ух ты, тут еще и поняшь. Да. А может все. Быть, посмотришь, а жруешь? Я помню твой день рождения, Петя. Она мне заверила купу развязать. Что сделать? Ну, а пуповину, которую это, она засушена, и надо было ее развязать через все. О, боже, ну, что это, которая, ну, вроде как по поверью старому. Я так не думал, что это я. Будьте здоровы. Что? И потом куда она делась? Я не помню. Ну, вроде по поверью, там, когда уже... Ну, помогите ребенку, что-то она там так долго. Ну... Может там пусто? Нет, там не пусто, Вова. Размер должен быть. Серьезно?
Давай. Да можно и сверху, наверное. Главное ручка. Лапочка, точка. Да, это что у тебя? Представляешь, сколько подарков. Сегодня твой самый главный день. Взрослая девчонка. Давай маечку снимем, потому что она будет выглядывать. Только покрутись всем, чтобы все видели, как ты выглядишь. Красота! Давай, ты в центре, а мы все будем тебе приплясывать. Давай, Светя, стой здесь и... Смотрим, даже самый маленький пляж. Чей сегодня день? Кто сегодня именинник? Я! Кто самый лучший? Я! Кто самый веселый? Детали. Диана детали. Да. Точно? Да. А это подарок от Тёмы. Открывай глаза. Ух ты! Сюда, смотри. Тебе нравится? Фея с крылышками, как ты хотела. У неё волшебная палочка. Можно мне съесть палочку? Ты все это будешь кушать? Только смотри, видишь, здесь вот проволочка и с крылышками аккуратненько, там тоже нужна зубка. Да, вот так. Только с воздухом. Загадай желание. Загадай скорее. Загадывай желание. Где свечки? Свечек нет, мама. Сейчас приготовят нам свечки. Тебе нравится? Твой любимый цвет. Ты посмотри, какая юбка. Ты посмотри, какая красивая. Тебе нравится? Я палочку съела, вам сырно. Ну, мы сейчас будем угощаться всем. Значит, твое желание сбудется. Конечно. А где свечки? Сейчас мы сделаем свечки. Я хочу задать свечи. Загадывай желание. Загадала. Молодец. Отлично. Ура! Ура! Вот и мне крылышко. Да все тебе, любимая. Я ручку возьму. Пожалуйста.